СНТ «Прогресс», массив Тургеневка, 16 ноября 2022 года у нас началось голосование. Тут вот у нас граждане, я считаю, что они саботируют, мешают работать. Вот Валентина Васильевна Петрухина, бывший член, бывший председатель ревизионной комиссии. Она у нас работала с 2008 по 2019 год. Мне к Валентине Васильевне вопрос. Она на него никогда не отвечала и не хочет отвечать. Валентина Васильевна, вот у нас в 2012, 2013, 2014 году был совершен ущерб товариществу. Почти на 463 тысячи, там, с копейками. Да, бывший председатель принес ущерб. Почему ни в одном акте ревизионной комиссии вами это не было отражено и не указано? Валентина Васильевна молчит. Может, вам дать... Я сижу в коридоре. Хорошо. Мне доступа никуда нет. Да, вам дали бюллетень. Да. Вы на ответ не отвечаете. Вы на ответ... То есть вы не хотите сказать, вы скрыли этот факт. Я смотрел акт ревизионной комиссии, я вам договорил. Я от вас уже все слышал. Валентина Васильевна не хочет отвечать на этот вопрос. Она никогда не ответит и не отвечала. И ни на одном общем собрании ни слова, ни полслова. Был ущерб, почти 500 000. Она не указала. Я искал за тот год, когда у нас списали с расчетного счета деньги. Я не пойму, в какую статью сметы эти траты были втащены. Воткнули их куда? Может быть, в зарплату, может быть, налоги. Непонятно, но там нет ничего. Но фактом остается тот факт, что только в 2022 году решение суда было вынесено промышленным районным судом в нашу пользу. Несмотря на то, что прошло 8 лет. Я бы, уважаемые дачники-садоводы, эти деньги взыскал бы раньше. Но 2 года я ходил по судам. Вот Валентина Васильевна один суд у меня выиграла, а другой проиграл. Видите, как ей грустно? Понимаете? Вот, сейчас я буду выкладывать на YouTube и в группу, и во все вайберы, и во все чаты. Валентина Васильевна, я выйду, я имею право. Все.